Если ты подписан на мой канал и играешь на Black Russia, сервак Indigo, и ввел, кстати, мой никнейм при регистрации на данном проекте, то есть Данила КПРФ, а также на втором левеле ввел мой промокод хэштег ZDC, то ты, ну, ты просто человек, который сделал все вот эти вот условия. Больше я тебе тут ничего не скажу, однако сегодня будет последний на этой неделе, потому что, ну, как бы неделя заканчивается, это логично, ролик по Black Russia. Я думаю, что вы все должны все это прекраснейшим образом понять, и все это как-то должно, ну, выкупать, может быть, там делать еще какие-то вот эти вот все прочие вещи. Неважно, абсолютно точно неважно, потому что, ну, вы сами все это понимаете. Сегодня мы обсудим с вами немаловажную новость, потому что до этого, как вы можете знать, я долгое время обозревал вот эти вот все модельки автомобилей, которые будут там на Black Russia, может быть, будут и на еще каких-то вот этих вот всех КРМП проектах, может быть, на GTA сам проектах, может быть, еще там где-то они будут. На некоторых там не было колес, имеется в виду на машинах, где-то там не было еще каких-то вот этих вот всех вещей, но, тем не менее, ну, как бы, такое присутствовало, такое существовало, и мы не должны упускать это из виду. Конечно, многие говорили, мол, в 3DS вот этих вот всех Максах, вот во всех вот этих вот, там, я не знаю, Кириллах, там, я не знаю, блендерах, бледных, там, так далее, то, что, типа, колеса, ну, они логичны, потому что они будут, типа, вставлены. Я говорю, нет, чуваки, где колеса? Я хочу, чтобы, когда я донатил на какую-то определенную машину на Black Russia, там были колеса. Так вот, к чему я все это? Давайте уже перейдем непосредственно к самой новости, потому что сколько может тут все вот это вот разглагольствовать, сидеть там, причитать и так далее. На Black Russia заменили звуки автомобилей. Теперь они более реалистичны. Как вам? Я могу сразу сказать, что я послушал все вот эти вот звуки автомобилей. Возможно, я сюда вам даже вставлю весь этот видеоролик, если у меня не будет лень, а вы можете знать, что мне, наверное, скорее всего, будет лень. Все это делать, но я постараюсь, типа, вам передать все вот эти вот звуки, там, типа, врум, 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 вот это вот все там, знаете, ну, как вот обычно в сборках у Владислава Павлова есть же вот эти вот звуки автомобилей, у него там также есть еще вот эти вот, знаете, фары, которые там на полдороги расстилаются, и ты сидишь в ахуях такой, думаешь, ебать, что же это такое, сука, как же это, блять, все так происходит-то и так далее, то есть, тебе что, самому не стыдно все это делать, однако, это все на Black Russia, то есть, это как бы, ну, не в сборке Владислава Павлова, а я отличаю вещи, которые как бы зашкварные, которые нет. То есть, если, допустим, Владислав Павлов какую-то определенную, там, не знаю, модификацию, или он там звуки какие-то, или партиклы, или там эффекты от выстрелов, или там мод на много крови вставляет к себе в сборку, это зашквар. Но если то же самое делает Black Russia, то это уже, ну, нормальные, очевидные вещи, которые все должны понимать. То есть, если вы всего этого не понимаете, если вы, типа, там, я не знаю, не понимаете, не выкупаете все этого, то, ну, как бы, я думаю, что нам больше с вами не о чем разговаривать. Я уже забыл, о чем я разговаривал, если честно, до этого. Но сам факт в том, что если вы все это не выкупаете, то вы, ну, непонятно вообще, какие люди. То есть, откуда вы, зачем вы тут, для чего вы тут и так далее. То есть, я всего этого лично не понимаю. Однако, звуки, которые есть на Black Russia, и которые в скором времени они там будут, на которых будет держаться, возможно, сервак, или там какое-то, возможно, поколение людей, или какое-то там, возможно, еще вот это вот все вещи, которые могут быть, вы все это можете понять и как бы разузнать и сделать прочее, возможно, какие-то там тоже вот эти вот все свои, там, не знаю, анализы сдать и так далее. Однако все эти звуки на Black Russia, они будут замечательные, и тут нет никаких двойных стандартов по типу того, что вот Владислав Павлов это зашквар, а на Black Russia... А на Black Russia это, типа, все хорошо. Это не двойные стандарты, просто понимаете, когда ебанат делает хуйню, все такие, типа, блять, ну это ебанат, он сделал хуйню. А когда какой-то там, знаете, гений, Стив Джобс, Стив Хуис, Тим Кук, так далее, когда они делают хуйню, все такие, ну это какая-то революция. Это явно, они не просто так все это сделали, под этим был какой-то смысл, они обдумали все это 35 раз, потом еще 2 раза отмерили, и, наконец-таки, они отрезали, чтобы все вот это вот сделать. Поэтому я думаю, что тут не может быть никаких таких, знаете, каких-то, я не знаю, сомнений и всего прочего в том, что это гениально. Поэтому, друзья, ссылка на скачивание Black Russia, она находится в описании данного видеоролика, там же находится, там, я не знаю, ссылка на мой телеграм-канал, там же находится, я не знаю, мой никнейм Данила КПРФ, мой промокод хэштег ZDS и все прочие вещи также находятся там. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока и всем, разумеется, до свидания.